прошлых роликах ты узнал, как одеваться на Тенгри Ультра Трейл, но твоя экипировка будет неполной, если ты не позаботился о питании и воде. Дистанция 15 километров – это не то расстояние, на которое надо закидывать на спину гидропак. По треку есть пункты питания, на которых можно и подкрепиться, и попить. Но для новичка все же лучше подстраховаться энергетическим батончиком, а лучше еще и парочкой гелей. А при очень жаркой погоде еще и изотоник не помешало бы иметь в запасе. Так что в этом случае без бегового пояса не обойтись. В самом минималистичном варианте это пояс с креплением для стартового номера и нескольких пакетиков геля. Или пояс с двумя эластичными отделениями, в которых поместятся и батончики, и гели, и бутылочка с водой, и даже смартфон. В идеале, конечно же, прихватить с собой воду в жесткой или мягкой спортивной бутылочке. Тогда тебе нужен спортивный пояс с отделениями для этих бутылочек. В поясах имеются удобные карманы, в которых поместится спортивное питание даже для автономного пробега на 15 километров без остановки на пунктах питания. Правильно упакованный беговой пояс – залог успешно пройденной дистанции. Но дистанции в 15 километров. Для более длительных треков, таких как 35 или 70, нужен уже беговой рюкзак или жилет. Об этом в следующем ролике.